Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации состоялась сегодня в Кремле в полдень по московскому времени. Глава государства прибыл к Андреевскому залу на отечественном лимузине марки «Кортеж», тогда как раньше он ездил на немецких авто. Избранный президент принес присягу и поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства и верно служить народу. После того, как Владимир Путин официально вступил в должность, которую будет занимать следующие 6 лет, он произнес речь, в которой поблагодарил тех, кто отдал за него голоса и пообещал сделать все возможное для того, чтобы страна развивалась и шла вперед. Для людей творчества. Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва. Ведь мы одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование для личного успеха, для работы ради своей семьи. Вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах.